Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с автобусным маршрутом, который курсирует в летние месяцы в Балканском городке Царево между районом Василико и центром города. Вот вы видите на экране этот автобус Mercedes. Его особенность в том, что в его окнах в салоне нет стекол. То есть там постоянно свежий морской воздух. Продолжительность движения маршрута около 10 минут. Вероятно, по маршруту ходит один автобус. Ходит он только в курортный сезон, где-то в октябре уже перестают возить пассажиров. Сейчас мы с вами отправляемся на автобусе из центра города Царево. Вот вы видите набережную, кафушки, море. И едем в Нестинарку. Стоимость проезда на одного человека 1,5 лева. 1 лев это примерно 36 рублей. Получается 55 рублей. Если вам понравилось это видео о поездке на автобусе, вы можете посмотреть другие автобусные поездки в одном из плейлистов, ссылка на который будет в конце видео. Просто нажимаете на картинку с надписью «На автобусе Байбас» и далее сможете посмотреть видео с автобусными прогулками. Там есть и Россия, и зарубежье. В России это Сочи, Нарьян-Мар, Киров. А за рубежом эти тур по Ницце, автобусная экскурсия по Ницце. Ну и будут добавлены еще автобусный маршрут в Авиньоне и на острове Искио в Италии. Вот вы видите, мы едем вдоль бухты в городке Царево. И уже приближаемся к району Василико. Правильно говорить Василико. В интернете можно найти название остановок. В частности, я видел их на сайте довезуха.рф. Это вот уже район Василико. Автобус делает остановку около начала района. Налево идет улица Адринская Тракия, а прямо улица Нестинарка.
выходим из автобуса у комплекса Нефтенарка. Большое спасибо за внимание. До новых встреч.